Ну как? Лучше. Сын. Ладно. Кто это написал? Значит, верить во что-то или в кого-то. Они верили в своего короля, хотя из-за него погибло столько народу? Это приказ. Верить в него, несмотря на ошибки. Сын, здесь еще один. Это Скади. Она нравилась маме. Великая охотница. Это ее отец и звери, на которых он охотился. И последняя часть. Снова ее отец. Они оба в снегу.
Ты посмотри! Руины. Да, но если это строил гном, наверное, раньше смотрелось здорово. Интересно, могут ли драконы быть благодарными? Кажется, у нас теперь полный набор.
король гном заставлял подданных охотиться на драконов и других чудовищ? Ну и ну. Вот и все. Отец, тебе надо это увидеть. Похоже, нужно нажать на тот рычаг. Он нападет. Я знаю, но нельзя держать живое существо в клетке. Снова думаешь сердцем. Ты не слышишь их мысли, а я слышу. А ты не слушай. И приготовься. Ладно. Теперь. Ничего, наверное. Но он был рад умереть в бою, а не сгнить в клетке. Твои навыки стали лучше. Ты хорошо сражался, Трей. Спасибо, отец. Наконец-то свежий воздух.
Ладно. Нас. Сын, приготовься. Пожалуйста. Так что случилось с людьми, которые тут жили? Подумай головой, сын. Да, да, подумать сейчас. Так, тут правил злой король-гном. Он заставлял людей охотиться на чудовищ. Люди сажали их в клетки, а потом я не знаю. Значит, чего-то недостает. Вернемся в замок? Нет, там больше ничего для нас нет. Но смотри внимательно, ищи других драконов. Вдруг узнаешь еще что-то о короле-гноме.
Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Водопад. Очень красивый. Эй, вы! Вы уничтожили статую? Мы разрушили статую, дух. Значит, моя связь с этим миром прервана, и я отправляюсь на поиски настоящего громовержца. Я отомщу ему. Благодарю вас. Вот храбрец. Отправился сражаться с Тором в одиночку. Он глупец. Что нам оставил дух? Дар одному из богов. Пригодится? Нет. Гномом может быть. Huh?
Сюда. Пойди сюда. Новая метка. Эй, Брок, мы кое-что нашли. Правда? Очень интересно. Тюр был бы в восторге от того, что из этих даров делают доспехи. Ты его знал? Каким он был? Уже не важно. Тюр умер. Не стоит копаться в прошлом. Гном умную вещь сказал. Надо же. Нашли алхимика, о котором я говорил? Обаяние, конечно, тоже защита, но зачем испытывать судьбу? Надеюсь, вы довольны. Ты ищешь чего, пацан? Или чего? Что-нибудь для мальца? Опять вы. Ну что, хочешь получить от меня крупицу мудрости?
Прочесть можешь? Эти руны означают «внутри смерть». Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Брок сказал, что его друг тоже гном и носит кольцо с зеленым камнем. Ищи, если хочешь. Я лучше соберу припасы в дорогу. Ты не поможешь? Нет. Почему? Стану служить гномам. А. Что? Без кольца. Один из работников? Следы огня на полу и на стене. Странно, но будем искать. Ну, в смысле, я буду. Душеед! Если он убьет нас, это конец! Ни Вальхалы, ни Хели, вообще ничего, никогда! Он не нападает. А мама говорила, что они опасны. Значит, будь начеку. Идем. Приемлемо.
кольца нет. Вряд ли мы найдем друга Брока живым, да? Сын. Слушаюсь. Круто! Новая карта! Ого! Thank you.
оторванной руке. Приделанный к душееду. Ну, мы узнали, что случилось в Сандваре. Можем вернуться к Броку. Драться не нужно, да? Нет, драться нужно. Почему? Потому что ты этого боишься. Соберись, ищи слабое место. Понял. Спокойно, без резких движений. Приготовься! Сильнее, чем думаешь. Спасибо, отец. Посмотрим, это ли кольцо алхимика. Зеленый камень. Гномья надпись. Алхимик, но где остальное? Обратилась в прах. Его убил душеед. Надо отнести это в Броку.
Прочесть можешь? Слушаюсь. Эти руны начертаны в торопях. Написано «Игимстейни». Не знаю, что это. Синего спросил. Так теперь тебе интересно. Мы нашли алхимика. Нам обещана награда. Наконец-то! Что вы нашли? Твоего алхимика. Прости, Брок. Мы нашли только руку, на которой было кольцо. Там был душеед, и он, видимо, сжег все остальные части. Вы, небось, все равно ждете награду, а? Само собой. Ишь ты, само собой. Мионифракси. Мне надо получше рассмотреть кольцо. Может, Андвари вложил в него немного магии, прежде чем поджариться. Гномы так умеют? А то! Гномы и волшебные камни — это как мухи и свиная жопа. Сечешь аллегорию? Что-то уже не так интересно. Ну, к делу. Больше, чтоб не давал ничего в руки моему никчемному братцу. Понял меня? Да-да, всегда рад. А теперь валите в жопу.
Сюда. Я не прочту, пока не соберем весь шифр. Я же говорил, нам нужен ключ. Смотри, эти шесты покрывает магия ведьмы. Это сбережет нам время. Сын. Стой, сейчас прочту. Вы уже добрались до склада Фафнера?